Всем привет! Меня зовут Егор Пескунов, и это Просвет и новости о главных событиях в мире за эту неделю. Фью, поехала. Я хотел бы начать с Америки, где сейчас происходят поистине исторические события. Дональд Трамп ставит антирекорды. Сначала э, он стал первым в истории страны президентом, пережившим дважды импичмент. А теперь это первый в истории Америки, бывший президент, которому официально предъявили обвинения, он может присесть, причем надолго Там э, срок уже больше 130 лет за решеткой. Не буду вас мучить подробностями. Там э, более 30 различных обвинений, но все они связаны с подлогом деловых документов. Собственно, в штате Нью-Йорк это является уголовно наказуемым преступлением, ну и в Нью-Йорке ему как раз все эти обвинения и предъявляли. Но Трамп не был бы Трампом, если бы речь шла только о подлоге деловых документов. Тут вишенка на торте в том, что один из этих кейсов про то, как якобы в 2016 году Трамп с помощью своего адвоката подкупил порно-актрису, с которой у него якобы были на тот момент романтические отношения, либо до этого были, чтобы скрыть, собственно, этот факт и чтобы это не всплыло во время президентской кампании 2016 года. То есть помимо подлога деловых документов, он таким образом еще и обвиняется в вмешательстве в честные выборы президента США. В общем, события реально до сих пор не нигде, наверное, в мире. Еще до того, как Трамп прилетел на Манхэттен, рядом с Трамп Тауэр, это его небоскреб, где он остановился перед вот оглашением этих обвинений, собралось куча его сторонников, рядом куча его противников. Естественно, по традиции все это оцепила полиция, и миллиард камер значит, вещал в прямом эфире, что же там будет происходить, и весь мир сидел и смотрел, как самое крутое реалити-шоу, с которым никакой Netflix даже в сравнение не пойдет. Потому что самая главная часть всего этого представления в том, что именно на время Оглашение обвинений Трамп формально находился под арестом. Таким образом, став еще и первым президентом или бывшим президентом США, которого арестовали. В общем, все каналы транслировали каждый шаг, каждое перемещение Трампа. Даже выложили сценарий всего дня, вплоть до значит, лифтов, куда он будет заходить, откуда будет выходить, с кем здороваться и вообще как все это досконально до мельчайших деталей будет происходить. В итоге Трампу огласили эти обвинения, отпустили, он улетел во Флориду, дальше выступил с заявлением, что Америка катится в ад, он ни в чем не виноват, доллару скоро никто не будет доверять, а вообще это вмешательство в президентские выборы, в которых он собирается участвовать и пойти в борьбу против Джо Байдена, который с каждым разом, кажется, все больше забывает вообще, где он находится и что он говорит. У меня лично есть одна история, косвенно связанная с Трампом, которую бы я хотел поделиться. Мне она много вообще дала с точки зрения понимания электората этого человека. В 2015 году я оказался в Джорджии, на юге США, недалеко от города Атланта, где находится штаб-квартира Кока-Колы, где находится штаб-квартира CNN. И там же до сих пор еще можно почувствовать вот это историческое наследие расовой сегрегации. Мы как раз ездили тогда снимать сюжет про один бар, в который любили зайти на бокальчик бывшие члены куклу клана Хотя говорят, что бывших членов куклу клана не бывает. Помимо куклу клановцев там еще любили тусоваться местные браконьеры, которые охотились на крокодилов вот в близлежащих на близлежащих болотах. Вот. И э, сидели мы, значит, с хозяином этого бара, э, ели стейк из крокодила, кстати, очень похож на курицу, как-то вот смешанную с рыбой. Пили э, бурбон, ну, и я его спрашиваю, за кого же будешь голосовать? Тогда Трамп как раз и объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Э, и против него тогда выступала Хиллари Клинтон. Мужик так посмотрел на меня, посмеялся, ну и говорит, я буду голосовать за Хиллари Клинтон. Вот, я что-то не понял, говорю, ну это как-то странный выбор для этого региона, особенно говорю, а почему? Он говорит, потому что я хочу, чтобы Билл Клинтон наконец-то официально стал первой леди США. Ну, в общем, тогда вот мне стало как-то понятно, из кого состоит электорат Дональда Трампа. Но помимо этого, мне тогда еще и стало ясно, что у этого человека гораздо больше шансов на победу, чем вот, по крайней мере, в тот момент Казалось очень многим. И, возможно, сейчас очень похожая ситуация. Едем дальше. Во Франции уже с середины марта происходят массовые протесты, которые можно, наверное, по своему масштабу сравнить с желтыми жилетами. В принципе, во Франции очень любят э, эту, эту активность. Э, они очень любят бустовать и протестовать. Им дает только повод. На этот раз повод – это пенсионная реформа, увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Традиционно э, на такую движуху сразу слетаются очень активные молодые люди. Мы сразу же видим вот эти вот шокирующие кадры коктейлей Молотова, летящих с одной стороны на полицию. Полиция, значит, с щитами и дубинками наваливается на толпу. С другой стороны, везде слезоточивый газ, все в противогазах, в синяках, значит, кровь во все стороны летит. В этом случае даже забавно то, что иранский МИД э, выступил с заявлением, что они там обеспокоены за, значит, демократические права и свободы французских граждан. В общем, на этой неделе власть Франции выступили с заявлением, что за все время этих вот протестов пострадало в районе 1100 полицейских и пожарных, и около 30 из них сейчас расследуются за возможное превышение своих полномочий. Сколько пострадало самих протестующих, в этот раз они не озвучили, но я думаю, что там тоже немало. В общем, это огромный-огромный головняк, как для правительства, которые, кстати, пытались распустить, но там не прошли по голосам, в общем, правительство все еще на месте. Ну, естественно, для Макрона, который хочет разруливать международные проблемы перед президентскими выборами, а тут, значит, нужно вот с такой проблемой что-то делать, вот. Но Макрон не единственный европейский политик с головной болью на этой неделе. Нам всего лишь достаточно переместиться через Ла-Манш. В Великобритании очень интересное островное государство с очень своеобразным островным э, менталитетом. Так он и называется. Дело в том, что еще когда Великобритания была в составе Европейского Союза, еще когда вот эта вся движуха с Брекзитом только начиналась, когда они в своих внутренних новостях обсуждали любой союз, то в первую очередь речь шла всегда об Объединенном Королевстве, о а Великобритании. Дальше уже шел Европейский Союз, дальше уже шел Европейский континент, Евразия там, и так далее. И так далее. Ну, в общем, это очень замкнутое на себе островное государство. Ну и проблемы у них довольно своеобразные. На этот раз под шквал общественной критики попал новый премьер-министр Великобритании, господин Риши Сунак. И, как говорится на английском, found himself in a pickle, нашел себя в соленом огурце э, премьер-министр после того, как он слетал на частном самолете э, на деловую встречу из Лондона в город Лидс. Это где-то полчаса лета, Там провел пару часов, занимаясь своими делами, вернулся обратно. И вот теперь на него обрушилась общественность за то, что он, э, во-первых, сжег почти полторы тонны керосина, ну и еще и сбросил почти три тонны углекислого газа в атмосферу. Таким образом, положив огромный болт, а в данном случае, видимо, винт на все свои предвыморные обещания, касаемые сохранения окружающей среды и всей вот этой вот эко-истории. Но, как я сказал до этого, в Великобритании реально своя атмосфера и... Свои как бы, скандалы. Видимо, еще и теперь стало довольно скучно после того, как ушел Борис Джонсон, который просто генерировал скандалы практически каждую неделю. Но сейчас, как это не иронично, но престиж э, властей Великобритании теперь лег на плечи шотландского правительства. В Шотландии несколько лет назад установили закон, устанавливающий минимальную стоимость за алкоголь. То есть э, дешевле 14 фунтов, например, э, невозможно купить бутылку виски. Это один из самых прогрессивных законов в стране, потому что это касается алкоголя, а это, соответственно, касается одного из любимых занятий местного населения, особенно в Шотландии. Теперь власти объявили, что за время действия этого закона количество людей погибших от заболеваний, связанных с алкоголем, уменьшилось на 13%. И в целом они говорят, что меньше людей стало посещать больницы с проблемами, связанными с алкоголизмом или вот с алкоголем. Я прожил в Шотландии год. И у меня тоже есть мнение на этот счет, особенно касательно шотландского менталитета. Чтобы вы понимали, Шотландия это не страна, где все время идет дождь проливной. На самом деле в Шотландии, ну вот именно в Эдинбурге, например, где я жил, погода меняется 5 или 6 раз в день. То есть на самом деле Солнце там может быть даже больше, чем в Москве. И уж тем более больше, чем в Питере. Люди просто не замечают уже, не обращают внимания на эту погоду. Ну и особенно не обращают внимания на дождь. В общем, один раз шел я в офис утром по Эдинбургу в толпе таких вот офисных клерков, офисных червей. Вот, и шел очень плотный такой дождь, вот, на который в целом никто не обращал внимания. Я шел, о чем-то с вами думал, вижу, идет человек, мужчина, одетый в офисный костюм, у него белая рубашка, галстук, очень прикольный такой тренч, он аккуратно очень причесан, и с него, со всех его частей капает, льется вода, значит, с ушей, с носа, с глаз, с бровей, с волос, со всего его, льется вода, потому что он, собственно, идет в стене этой воды, а в руке он просто держит бутерброд, тоже уже весь мокрый насквозь, и просто его ест, как будто ничего из этого не происходит, просто идет по своим делам на работу. Тогда ты -то пришло ко мне осознание Знания, вот этого менталитета шотландского человека которого просто фактически очень сложно чем-то уже удивить и э, напугать с точки зрения ограничений но ну, вот тут я совсем не уверен и мне кажется что э, исходя из этого закона с алкоголем говорит что шотландцы стали меньше пить ну не знаю мне кажется те шотландцы которые себе не могут позволить эту бутылку виски за 14 фунтов они либо перешли на какую-нибудь сивуху либо вообще перешли на другие вещества в этом смысле поверьте мне шотландцы и русские похожи гораздо сильнее, чем может показаться. Теперь хотел бы поговорить с вами про нейросети. Очень хайповая тема, мне она очень нравится. А в последнее время кажется, что нейросети научились уже делать вообще практически все. На этой неделе Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возник внезапно э, выступили с призывом ко всем разработчикам мира поставить на паузу разработки дальнейшей нейросетей. Они сказали, что э, вот эта гонка создания идеальной э, нейросети, идеального искусственного интеллекта может привести к тому, что человечество просто окажется в опасности и в неконтролируемой абсолютно ситуации. При этом тут нужно отметить, что Goldman Sachs недавно выпустил свое исследование, в котором прогнозирует, что через несколько лет в развитой части мира искусственный интеллект сможет занять приблизительно 300 миллионов рабочих мест. По-моему, это каждое четвертое рабочее место. В общем, сейчас можно смело сказать, что мир разделяется уже на две группы. Тех, кто очень боится дальнейшего развития искусственного интеллекта и видит в этом угрозу для существования человечества на фоне таких вот, не знаю, ассоциаций с кино, там, с Терминатором и с Дженезисом и вот с этим всем. А есть и те, кто, наоборот, топит за дальнейшее развитие, за прогресс и за то, что это приведет человечество на абсолютно новый уровень развития. Но ну, вот, на удивление, Илон Маск оказался тем, кто как раз-то хочет сдерживать технологии, что забавно, потому что именно SpaceX повезет очень скоро на Луну антенну 4G, которая будет распространять на Луне интернет, чтобы астронавты из Америки, которые туда скоро полетят, могли к нему подключиться, постить селфи. Ну и в целом, я думаю, что если уж это не будет сделано с использованием искусственного интеллекта, то уж точно на Луну они не полетят на ламповых компьютерах 60-х годов, там, на аналоговые тяги, как это было в 69-м, когда они в первый раз туда отправились. Я думаю, что, по крайней мере, бортовой компьютер с элементами искусственного интеллекта там точно будет, поэтому уж бояться этого точно не стоит. Фух. Люблю искусственный интеллект. Скоро он заменит меня. Я уже он. Следующая новость. Теперь время для самых сенсационных новостей этой недели. Мы обычно их публикуем по пятницам в нашем телеграм-канале «Просвет» под хэштегом «Новости, которые мы заслужили». Моя любимая рубрика. Итак, британка перепутала статую на железнодорожном вокзале с замерзающим человеком и попросила персонал проверить состояние мужчин. Ну, по-моему, про специфическую атмосферу в Великобритании я уже все рассказал. В Нидерландах вырастили фрикадельку из мяса мамонта. В общем, ученые скрестили древний ДНК мамонта с ДНК африканского слона и овцы. И из этого выросла фрикаделька. Правда, пробовать ее так никто и не решился, потому что то, как будет взаимодействовать древний белок мамонта с человеческим организмом, неизвестно даже Джейми Оливеру. Там же, в Нидерландах, ищут серийного донора спермы за превышение полномочий. Он стал отцом 550 детей и поставил целую страну под угрозу кровосмешения. Ну, не будем погружаться глубоко в эту тему. Ну и, наконец, победитель нашего хит-парада уникальных новостей. Москвич украл 12 тысяч лотерейных билетов, каждый из которых оказался проигрышным. Друзья, я желаю вам больше удачи на этой неделе. Это был Просвет. Меня зовут Егор Пескунов. Надеюсь, что вы узнали достаточно, чтобы обсудить с кем-нибудь в курилке, но при этом не впасть в депрессию. Вернусь к вам через неделю. Всем хорошего дня.